Наши так называемые лидеры продали нас Западу. Уничтожили нашу культуру, экономику, нашу честь. На нашей земле пролилась кровь. Моя кровь. На их руках. Они оккупанты. Все иностранные войска немедленно покинут территорию России. Или же пусть готовятся к последствиям. Все очень просто. Мы сейчас захватим центр управления пуском. Либо завтра мы этот мир не узнаем. Получено разрешение на сброс. Группа Си пошла. Снижаемся ко второй зоне сброса. Группа Би, ждать сигнала. Пошли. Он в полукилометре от вашей позиции, на юго-запад. Мы уже в пути. Конец связи. Поехали. Вражеская техника с фронта. Террорист нейтрализован. Вижу противника. Цель нейтрализована. Есть попадание. Попал. Цель нейтрализована. Противник убит. Все чисто. Крикса, должно быть, держат в одном из этих зданий. В этом подвале есть проход. Пойдем через него. Всем тихо. Вперед! Все чисто. На этаже чисто. Поднимаемся на второй. Здесь нет. Вас понял. Все вниз. Вас понял. Продвигаемся к следующему зданию. Всем тихо. Разведай обстановку. А?
солнце встает. Время на исходе. На этаже чисто, поднимаемся выше. Наконец-то, черт возьми! Я уж думал, вы меня тут бросили. Я так и хотел сделать, но ты же зажал всю взрывчатку. Ты вся еще да, жив. Да, готов идти. Взрывчатка установлена. Всем отойти. Резервное питание через 10 секунд. Ждите. 5 секунд. Хорошо, мы прошли. Б6, будем ждать вас в пункте сбора. Конец связи. Вас понял, вторая группа. Выдвигаемся, конец связи. Открывай ворота.
Гранаты! Контакт к востоку! Прикройте! Осколочная! Понял! Укрытие! Thank you.
Thank you.
Т-6, снайперская группа 2. Выходим из-за леса на юге. Не стрелять! Это американские снайперы! Рады вас видеть, парни. Мы прикроем вас, как только пересечете перед... Это еще что такое, черт возьми? У нас тут проблема! Еще одна! Так точно, вас понял!